Вот. И еще раз с вами здороваюсь. Мы с вами в очередной раз встречаемся. Сегодня у нас понедельник. Вот. И наша, скажем так, презентация «Философия компании. Актуальные новости проекта». Вот. Буду сегодня рассказывать я, ваш покорный слуга. Меня зовут Тарасов Олег. Вот. И сегодня наша тема «Философия компании. Актуальные новости проекта» и история одного дорогого мне партнера. Вот. Но я надеюсь, что кто уже видел, что у нас, скажем так, три человека, да, вот, в вебинарной комнате, я имею в виду, что в спикерах. Поэтому вот, скажем так, сегодня у нас такой большой состав. Вот. Ну, меня зовут, еще раз говорю, Олег Тарасов. Я инвестор 2016 года, партнер 2019, активно начал развиваться вот именно с 2020 года. Ковид, как говорится, сделал свое дело, мы ушли в онлайн. И с этого момента, можно сказать, началась такая бурная деятельность именно онлайн вот, в регионе. Я также являюсь региональным спикером в Республике Беларусь и комьюнити-менеджер Skyward Community. Ну что хочу сказать, что как всегда мы говорим о том, что Skyward Community – это компания, которая создает, финансирует свое будущее, да, и будущее проекта, а сам проект Unitsky String Technology создает принципиально новую транспортную систему, которая экологична, безопасна, комфортна, экономична как в производстве, так и в эксплуатации по сравнению с другими существующими решениями. И как сам говорит Анатолий Эдуардович, философия компании заключается в следующем, что транспорт должен быть решением широкого круга проблем, а не их источником. И система предусматривает перевозку пассажиров и грузов в отдельном пространстве, в воздухе над поверхностью Земли. Вы знаете, что это расстояние где-то 10-15 метров, хотя, конечно же, могут быть и другие высоты, допустим, вот в одном из последних интервью, когда Анатолий Эдуардович поздравлял всех партнеров с Новым годом, он сказал, что есть уже даже проект на высоте 70 метров в Дубае. Вот, поэтому такие вот высоты, кого-то они, может быть, и пугают, но если заказчик такой есть, значит, это кому-то нужно. Ну, еще раз повторю о том, что транспортные решения, их много, есть как пассажирские транспортные решения, очень много разных видов, от 2 человек, 4, 16, там, сколько получается, 12, допустим, да, или там 16, действительно, потом есть и 48, в общем, там можно, потом они вот собираются в такие поезда, вот, есть, скажем так, решения, которые грузовые, да, транспортные решения, тоже вот представлен такой вот Unicont маленький, да, для 20-футового контейнера, который уже есть в шарже, но на самом деле сейчас все в ожидании вот этой вот трассы для тяжелых уже контейнеров 40-футовых, которые будут весом около 50 тонн, может даже и больше, как это вес такого тяжелого танка. И это все будет на трассе номер 4 предоставлено. Мы сегодня поговорим об этой трассе. В общем, и там же будет тоже испытываться новый юнибус, который в шарже заказали, вот 25-местный юнибус такой. Но в целом хочу сказать, что действительно транспортное решение очень эффективны, они безопасны, они доступны, адаптивны. Адаптивность – это такое слово, когда говорится о том, что не требует ни землеотвода большого, ни вот это вот расстояние, допустим, как вчера вот я разговаривал с одними людьми, они тоже были в Дубае, видели вот это огромное метро, широченное, да, целая полоса, то есть, в принципе, можно сказать, четырехполосное вот такое бетонное залитое полотно, в одну сторону идет один поезд, в другую сторону идет другой поезд, вот, и, естественно, это все вдоль, скажем так, береговой линии, да, все хорошо, красиво, но вот между, допустим,
заехать небоскребами, туда уже, конечно, такое метро не повернет. Поэтому метро будет продлеваться, как они хотят, еще на 20 километров. Вот. Но в целом, говорю, опять-таки, это не решает проблему, как потом с этого метро выйти, как уйти вглубь того или иного там района. Да? То есть это проблема. В данном случае с U-Sky транспортом такого не будет, потому что вот эта вот легкая такая ветка воздушная, да, она проникнет, вот, скажем так, на ширину, скажем так, пожалуйста, между любыми небоскребами пройдет и будет незаметно, бесшумно, экологично и так далее. Да? Вот. Но опять-таки это не только экологично, но также энергоэффективно. В наше нынешнее время, когда с энергетикой происходит что-то невообразимое, да, то есть здесь тоже очень актуально данное решение. Ну, вот она, трасса номер 4. Конечно же, опять-таки я говорю, это уникальное вообще, да, сооружение. Как вот внешне оно смотрится очень просто. Поэтому я хочу сказать, что вот данный тестовый участок номер 4, трек номер 4, да, это действительно уникальный подъем, он уже совершился. Значит, вся вообще конструкция длиной более 2200 метров, хотя я слышал, что, наверное, с анкерными опорами это будет больше. Вот, и весом более 300 тонн. Представляете, 300 тонн, вот эта вот конструкция, которая, как мы считаем, что ну что там такое, рельс какой-то и так далее. Это 300 тонн. Была поднята на 15-метровую высоту всего за несколько дней. Мы с вами наблюдали, как это все делалось, да. Там, в принципе, я был удивлен, потому что никаких таких каких-то очень дорогостоящих никаких агрегатов не привозили там, да, как Анатолий Эдуардович сказал, что мы действительно отказались от вот этих очень тяжелых кранов, которые поднимают действительно большие грузы, и все это, в общем-то, совершалось довольно-таки со стороны смотрелось очень легко. И действительно, как это колоссально не звучало, вот 300 тонн, да, и это надо было еще поднимать одновременно все, да, занимались три сотрудника, которые все это руководили этим процессом, да. В процессе подъема вся технологическая оснастка, вспомогательное оборудование именно были разработаны конструкторами ЗАО «Струнные технологии». То есть это говорит о компетентности компании, да, Юниски Стрик Технологиях, об ответственности каждого сотрудника, который работает в компании. И вот такой вот агрегат, как говорится, да, вот смотрите, как это все поднималось, как это все звучит, смотрится очень как бы так просто, возможно, все, но на самом деле это требует колоссальной точности операции подъема, потому что когда говорили вот о грузоподъемности, то это необходимо грузы свыше 100 тонн, представляете, ну, не знаю, кто-то может представить, кто-то не может, но это действительно, как вот в статье было написано, что это педантичный подход и установка каждого агрегата и точный расчет расположения элементов конструкции с учетом рельефа местности и взаимного расположения. И это нужно было обеспечить действительно одновременно для 8 промежуточных опор. И это уже стало реальностью. Напомню вам, что расстояние между опорами было 288 метров, и действительно, вот как это все поднималось, ну, я не знаю, если вы где-то там на даче что-то поднимали такое, да, вы, ну, у меня был случай, когда мы несли вчетвером на 9 этаж, там такой тоже очень длинный такой лист, скажем так, который нельзя было, там он был с зеркалом и все, это очень тяжело, когда вот здесь же получается очень длинная вот эта 2200 метров, да, конструкция, которую нельзя было, допустим, ну, вы понимаете, это как если что-то падает, то оно все по всей длине, оно тянет, в общем-то, очень сильно. Поэтому, действительно, как, скажем так, это не просто монтаж, сказали, это становится неотъемлемой частью процесса, освоенного компанией U-Sky. Да? Дальше, получается, теперь компания уже отработала на вот этом участке, поэтому может использовать в будущем для строительства транспортных путепроводов. Далее. Это U-Sky сейчас отработал все вот эти вот решения, поэтому способен сейчас дальше решать транспортные задачи в любой стране и на любом континенте нашей планеты. То есть вот это действительно, Анатолий Эдуардович заявляет о том, что действительно это все свершилось и это уже факт. Да? То есть вот
налицо. Тут я думаю, что можно поставить восклицательные знаки или там десяточки, потому что действительно проемы напоминают 288 метров, и тут нельзя было там, знаете, вот даже как кажется 50 метров, вроде прицепил, вроде держится. Здесь 288 метров. Ну, вы помните, там были подъемники такие синенькие. Спасибо за ваши десяточки, потому что действительно у меня есть видео, если вот вы не подписаны еще на мой инстаграм, я уже выставлял его в нашем чате, но я говорю, я там сделал тоже рилс такой, да, и очень красивая получается такая музыка, и вот оно вдоль этой трассы едет, ну, к сожалению, мы в Мирополисе не можем это поставить, но заходите ко мне тогда в инстаграм и посмотрите вот это вот видео, действительно, вот с этим вот очень длинным треком, когда ты вот едешь, 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 и действительно очень все красиво, все воздушно, и действительно смотрится футуристично, да. Очень хочется уже видеть там, скажем так, Юниконт, вот. Но я сейчас, все в свое время, можем сказать так, да. Вот. Ну, далее. Промежуточные опоры тоже якобы выглядят так просто, да, вот, на взгляд обывателя, как вот опять сказано, да, но представляют собой металлоконструкции с на первый взгляд с незамысловатым видом и, в общем-то, отличается не такой, как бы, ну, не слишком там уникальный, да, на самом деле это сложное сочетание нагрузок. Вы знаете, Анатолий Эдуардович очень скрупулезно ко всему подходит, поэтому самые высокие требования к этой опоре приняты. Ну, представляете, 60 тонн, 50-60 тонн, и вот такая якобы там конструкция, которая кажется, ну что там, неужели она выдержит? Да, выдержит, да. И вот действительно сейчас могу сказать о том, что действительно требования предъявлены, самые высокие требования по прочности, долговечности, звукоизоляции, что тоже немаловажно, да, что это действительно будет тихо, да, стойкость к вертикальным ветровым статистическим динамическим нагрузкам, вибрации устойчивые и коррозии, потому что коррозия действительно это металл, это коррозия, поэтому это тоже все в совокупности за, скажем так, отработано, заявлено, и что это будет действительно очень долговечно. Ну и в частности сразу могу сказать, что как только все это было сконструировано, заявлено, тут же была проведена сертификация. Вот видите, я вам привел три примера, которые там действительно проводились. Я не технарь, я не знаю точно, но все было, вот видите, инспектор отчет один, инспектор второй, третий и так далее. И в результате что получается? Что получен сертификат. И вот сегодня Юскай Транспорт с гордостью сообщает. То есть, представляете, как быстро только начали делать, потому что действительно вы помните, почему так затянуто было, потому что в связи вот с этим вот кризисом, скажем так, мировым, да, не было вот этого металла для вот этих струн, поэтому была вот эта затяжка. Потом мы с вами радовались, когда привезли эти катушки с канатами, да, вот со струнами так называемыми, да, мы это тоже видели. Но это было как-то вот тянулось, 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 и вот, наконец, только начали делать, я тоже думал, что это будет дольше, да, на самом деле сделали быстро, и уже сертифицировано промежуточные опоры, да, конструкции данные, вот написано, что предназначены для, скажем так, обеспечение необходимого положения путевой структуры Юскай на месте вне анкерных опор, потому что анкерные опоры, они по краям, и передача на груд вертикальной, поперечной, горизонтальных усилий. И вот это TÜV Standardization Certification выполнено комплекс работ, основанных по оценке металлоконструкции по международным стандартам AWS и BS и N. Результатом данного комплекса является выданный сертификат соответствия. Тут тоже можно поставить восклицательные знаки, потому что все делается одновременно. Да? То есть работа ведется колоссальная, никто ничего не затягивает, сделали, сертифицировали. Поэтому это действительно дорогого стоит, потому что, вы знаете, без сертификации мы тоже не сможем не ездить на этом транспорте, ни кого-то возить, да, ни грузы, ни пассажиров, и, соответственно, это будет все затягиваться, затягиваться. Здесь нет. Сделали, сертифицировали, поэтому это тоже очень быстро, и сами видно, что Арабские Эмираты заинтересованы в том, чтобы это не затягивать, это тоже похвально. Вот. Ну, дальше могу сказать о том, что вы знаете, что 15-й этап, который у нас, скажем так, уже на носу,
Это скоростной вид транспорта, наш Uniflash. И вот очередной, и когда мы были в Мариной Горке, кстати, да, его опять-таки вот этот Uniflash, он вот, ну, это фотография из Мариной Горки, был снят, потому что он опять пошел на доработку, на исследование, потому что там сидело очень много, скажем так, в нашем центре, где вот анкерная опора первая, там сидело очень много таких умных людей, да, ну, я так понимаю, с конструкторского бюро, с компьютерами они что-то обследовали, изучали и так далее, потому, ну, мы там приехали, в общем-то, в рабочий день, поэтому были, скажем так, все видели, как работает именно конструкторское бюро на месте там, да. Но вот Uniflash, как Алексей в декабре был еще, он стоял, а потом сказали, нет, сейчас увезли, потому что дорабатываем, додумываем и так далее. Ну так вот, и научное издание «Инновационный транспорт» опять опубликовал статью об аэродинамике транспорта UST. И вот в частности о Uniflash там рассказывается, сам автор это Анатолий Эдуардович Юницкий, но хочу сказать, что когда меня спрашивают, ну неужели он один работает, да нет, не один, потому что, ну первое, что спросили, скажем так, а есть ли у него последователи, их очень много, вы знаете, конструкторское бюро, ну и сам, скажем так, Анатолий Эдуардович Юницкий сейчас вместе с сыном находится в Эмиратах, да, Денис Юницкий, который является правой рукой его, да, здесь же находится его супруга Надежда Косарева, которая возглавляет, является директором, да, завод струнной технологии, но в частности ученых и вообще вот людей, которые знают, что они, как все это делают, Анатолий Эдуардович опирается, конечно, на своих сотрудников Юниски Стринг Технологии, вот такой, как Сергей Артюшевский, Михаил Цирпин, вот, и Владимир Гончаров, видите, то есть тоже это была статья написана совместно, ну, в частности, опять-таки, представлены технические решения, да, направлены на улучшение аэродинамики транспорта UST, да, вот, опять-таки, преимущество с точки зрения аэродинамики и эргономики. И вот такую я нашел тоже фотографию, можете обратить внимание, да, то есть вот Uniflash внизу, да, а вверху вот такая вот птичка, сейчас поговорим про птичку, но что такое Uniflash? Разработан для перевозки между городами, для международного сообщения со скоростью до 500 км в час. Расстояние от Минска до Парижа он преодолеет за 4, скажем так, 5 часов. Да? Это даже быстрее, чем на самолете, если добавить продолжительность рейса, время на дорогу до аэропорта, регистрацию, прохождение предполетных, послеполетных процедур. Uniflash имеет кузов обтекаемой формы с плавно сопряженными передней, средней и задней частями. При этом переходные сопряжения построены по особым кривым, что является ноу-хау компании. То есть это не просто вот такая вот, да, как решили там нарисовали. Но вообще я говорю, кто знает такую птичку, вот, что это такое, что за птичка, знаете? Вот. Но, слава богу, есть, скажем так, по фото можно определить, я тоже не знаю эту птичку, но кто знает, это зимородок. Да, вот действительно очень похож, поэтому вот не знаю, откуда Анатолий Эдуардович черпал вдохновение, но действительно птичка очень похожа по форме на зимородок, поэтому вот такая вот, видите, то есть взято, можно сказать, из природы. Ну, конечно, меня удивило, что вот эти все линии, это действительно ноу-хау, понимаете, то есть нет такого транспорта. Вы помните даже первые, когда рисовали, вот там были такие они полукруглые, сзади хвостик был, а здесь именно вот такой, ну кто, многие из нас видели его, этот транспорт, многие в нем внутри сидели, да, это все красиво, здорово, но я говорю, мы очень вообще восхищены формой, потому что действительно футуристическая форма, целый такой космический челнок, и действительно он, эта модель была представлены впервые в 2018 году на выставке на Трансберлине. Вот, я и в Мариной Горке мы видели, и находились внутри на Экофесте в свое время, да, в 2019 году, вот. И когда мы были в Шарже, там он тоже находится, это тоже мы много фотографировались внутри, сидели, находились, очень и очень здорово находиться внутри. Поэтому, конечно же, фантастический вот этот вот транспорт, который мы обязательно ждем, что он в скором, недалеком будущем будет уже двигаться по нашей планете. Вот. Ну и для тех, кто хотел, когда-то у нас было такое уже приложение, но оно было не до конца, скажем так, использовано. Да? Теперь же все в этом приложении, кто вообще, мы сейчас все занимаемся смартфонами, вот, и в новой версии мобильного приложения действительно стала доступна и регистрация,
и верификация в личном кабинете. Да? Также для любителей, скажем так, защиты, ну как вообще есть это и Face ID, и отпечаток пальца, то есть все в этом приложении есть, поэтому если кому-то действительно это интересно, можете заходить в соответствующее там, скажем так, приложение и скачивать, потому что там можно постоянно всегда проверить и актуальные новости о проекте, и количество долей, баланс, реферальные начисления, определить статус рассрочек, вот и так далее. Ну, почему я так быстро тараторю, вы, наверное, уже догадываетесь, да? Потому что у меня сегодня в гостях это человек, который является моей троюродной сестрой. Это Наталья Иванова, которую я никогда в жизни не видел до той поры, пока не пригласил ее, в общем, в наш замечательный проект. И этот человек не только, как говорится, вот я думал, что я изменил ее жизнь, на самом деле именно ее участие в проекте и ее вообще такая самоотверженность в проекте сейчас мне позволяет тоже находиться в таком статусе, в котором я нахожусь. Да? Я испытываю огромную гордость, я испытываю огромную благодарность, и я испытываю огромную радость, счастье, что у меня такая сестра, потому что это не сестра, это просто метеор, который, в общем-то, меня подняла на огромную высоту, и могу сказать, что благодаря вот этой красивой женщине вся Латинская Америка теперь у нас знает про Skyward Community. Я вам хочу, наш проект, да, я хочу вам представить мою сестру Наталью Иванову, которая сейчас находится у нас в Барселоне, она там живет уже долгое время, да, вот, это фотография из Дубая, то есть вот этот вот руль, который Наташа взяла в свои руки, и она вам расскажет свою историю. Поэтому даже если те люди, которые сейчас, может, не увидят в силу, там, скажем так, понедельника, да, но я думаю, обязательно надо им прийти и посмотреть это в записи, потому что это история человека, изменившего свою жизнь. Наташ, приглашаю тебя в комнату. Вот моя сестричка дорогая, да, здравствуй. Добрый день всем. Как меня сейчас слышно? Я чуть-чуть, конечно, громче говорил, но тебя слышно нормально, Таш, так что можешь говорить, да. Ну, хорошо. Спасибо, что так меня представил помпезно. С одной стороны, я искала изменения, я их получила, с другой стороны, тут получился такой тандем, да, Олег искал партнеров активных, а я искала, чем бы мне интересным заняться. И вот могу сказать, что не нужно бояться, да, как, например, в моем случае, что я ушла с нелюбимой работы, на которой работала много лет. Казалось бы, все было стабильно, да. Другие, может быть, мечтали бы о моем месте работы, но я поняла, что я должна что-то сделать, чтобы поменять свою жизнь, и в итоге это случилось благодаря моему брату Олегу. Немножко расскажу свою историю, что в 2001 году я со всей своей семьей, мы эмигрировали из Узбекистана в Испанию, это тоже был такой шаг, который тоже не любой человек мог бы совершить, с двумя маленькими детьми, без знания языка, со $100 в кармане и с 4 чемоданами, мы эмигрировали в Испанию. На протяжении многих лет я работала там, где мне не нравилось, потому что жизнь иммигранта, она такая, где нашел работу, там и туда идешь. Значит, через, ну, где-то 3 года назад я решила резко изменить свою жизнь, потому что я не хотела работать там, где я работала в течение 14 лет, я понимала, что нужно что-то делать. И в итоге зашла в проект, и вот такой был мой печальный опыт. Я ненавидела будильник, когда он звонил в 4:50 утра. Я не хотела надевать ужасную рабочую одежду, еще эти ужасные ботинки тяжелые. С
первого дня на фабрике я спрашивала: Наталья, что ты здесь делаешь? Ну, был кризис, некуда было идти, кризис 2007 года, я как раз устроилась туда на работу, то есть идти было некуда. Ну и, в общем, дикая усталость от физической работы, я понимала, что жизнь проходит впустую. И во время работы смотрела все 8 часов, когда же эти стрелки часов быстрее перевернутся и пройдет время. И вот так все это было, пока я не запросила в небо свое такое большое желание, не запустила, что я хочу что-то поменять. И как это было, я еще покажу в фотографиях. Вот это моя фабрика. Я сейчас, когда смотрю на этот вход, на эти двери, у меня мурашки по коже, я не хочу даже туда ни на минутку вернуться. Вот так выглядела моя одежда. Ужасная серая одежда, ужасные тяжелые ботинки, которые иногда причиняли боль. И вот мое место работы, здесь я делала, выпускала пломбы, очень, в принципе, нужный материал, пломбы, чтобы пломбировать все, что можно. Мы делали всевозможные пломбы, но я не хочу вернуться туда, ни даже ни на минутку. Вот так было. Вот в такой компании я работала, сейчас Олег покажет, это моя смена, да, мы там работали посменно. Была голубая одежда, потом поменяли на серую. Серую вообще было страшно и скучно. Вот. Но это было 4 стены, цех, в который ты заходил, и всегда было одно и то же. То есть очень хотелось расширить горизонты. И обыкновенный разговор с моим братом. Я позвонила по просьбе моей мамы совершенно по другому делу. Мы с ним говорили, и он плавно перешел к транспорту. Я говорю: подожди, о чем ты мне рассказываешь? В общем, мы поговорили 2 часа. Олег хотел вывалить на меня всю информацию. Я сказала: знаешь что, пришли мне хотя бы парочку каких-нибудь видео, чтобы я посмотрела, о чем ты вообще говоришь. И в тот же день я включила фильм с Анатолием Юницким, и когда он рассказывал об этом транспорте, я вот просто была шокирована, что так легко и просто он обо всем говорил, что даже мне было понятно, человеку далекому от техники, от физики, от вот этого всего. Ну, в общем, бывают такие проекты, которые могут полностью поменять нашу жизнь. Также это со мной случилось. Теперь вот такое мое место работы, оно мне нравится намного больше, вот, инструменты мои поменялись, да, теперь это ручка, теперь это записная книжка, книги Анатолия Юницкого, и мне это намного больше нравится. Дальше я могу работать с тем, с кем я хочу, я не должна выдерживать какого-то ужасного начальника. Даже видеть не хочется, вспоминать не хочется. И тут я работаю в команде единомышленников. Я со своим братом, со своей подругой, далее я со своей сестрой, Ольгой, Вероникой, которая тоже зажигает в Латинской Америке. Мы ее с Олегом тоже зажгли энергией, и она сначала так скептически относилась, сказала: инвестировать буду, но у меня типа свой бизнес. И когда она потом тоже все это увидела и тоже начала активничать, очень даже. Вот так мы встречались с лидерами из других латинских стран в Арабских Эмиратах. Все вместе были на нашем полигоне, перезнакомились. И еще классное вот это чувство, когда ты сначала на презентациях с людьми общаешься год, общаешься неделю, месяц, год, и потом ты этого человека встречаешь живьем. Ты его трогаешь вот так пальцем и говоришь: а, это да, это ты здесь. В общем, это, конечно, чувство непередаваемое, когда мы уже работая сколько-то времени, потом встречаемся. И теперь моя команда вот такая, команда единомышленников. Следующее, где мы собрались в Арабских Эмиратах, все большие лидеры, которые активно работают, ежедневно работают
стали призерами марафона, и мы смогли все там объединиться. Это, конечно, тоже непередаваемое, незабываемое чувство. Как я в проекте, ну, можно сказать, человек новый, сейчас будет 3 года, как я здесь. Я не знала всю эту команду, я не была знакома с этими людьми, я не виделась со многими руководителями проекта, да, всяких департаментов, и тут мы смогли все встретиться и пообщаться. И, конечно, опыт, да, мы менялись опытом, спрашивали друг у друга, как вы работаете в своем регионе, каждый регион работает по-своему, кто-то работает офлайн, кто-то работает онлайн, но нам все, конечно, в пользу. По-моему, это последняя фотография, да, Олег, из того, что я прислала. Правило 3. Нет ничего. Да, я хочу сказать правило. Наташа, у меня тоже на букву Н. И вот это вот правило 3Н, потому что в Наташе умещаются вот эти 3Н, да, потому что Наташа — это нет ничего невозможного, понимаете? Вот для меня Наташа стала не просто, вот понимаете, когда вы приглашаете человека в проект, да, вы же вообще не можете ничего как бы представить. Я помню, когда вот Наташа тогда говорила, что, ну да, ты это интересно рассказал, я, конечно, посмотрю, но вот фраза это была: Олег, ну я, конечно, инвестирую, возможно, но работать я там не буду, вы понимаете? И, в общем-то, человек все правильно говорит, это его выбор и так далее. Но Наташа посылала вот это вот в космос, да, вот это, она хотела уйти, скажем так, с нелюбимой работы. Вот как она очень кратко, очень быстро, потому что Наташа, я слушал ее действительно вот такой большой вебинар, когда Наташа вот как уже стала здесь у нас не только куратор Испании, да, она развивает бизнес во всей Латинской Америке. Наташа, сколько у тебя стран вообще вот в твоей команде, сколько стран? Если брать Латинскую Америку, 23 страны. 23 страны. Вот можно сейчас поаплодировать, потому что, ну, представляете, 23 страны, которые вообще не знали про проект. Давайте так, начнем с этого. Ну, не знали, Олег, про проект. Олег, подожди, ты так сильно это сам... Ну, я хорошо, знали. Я вспомнил, там Эльмер был и так далее. И инвесторы, которые зашли до меня, естественно, я была не первая. Но объединить всю Латинскую Америку в команду, да, это, конечно, идея была моя, и начать с Аргентины идея была моя. Они сейчас очень благодарны все, что к ним постучались, и другие страны мы уже с командой открывали, да. Начало было такое, а потом уже все это, конечно, команда. Одному человеку невозможно все это сделать. Наташенька, вот там написали: сильная женщина, редкость. Умница. Это тебе комплимент такой, люди пишут, да? Спасибо. Я хочу сказать так, вот смотрите, если думаете, вот Наташу я позвал, она там подумала, почесала затылок, потом раз зашла, инвестировала и начала работать. Это было действительно очень тоже, ну, как вам могу сказать, как любая женщина, которая вот, ей очень хотелось. И я помню тот момент, когда, скажем так, вместе выбрали вот это вот, по ледоколу страну Аргентину, потому что Наташа говорит, у меня есть вот в Испании есть аргентинцы, они такие очень приятные люди, скажем так, улыбчивые, открытые, вот, давайте возьмем Аргентину. И вот было принято решение руководства, что ну хорошо, давайте начнем с Аргентины, при том я вам так хочу сказать, что у меня были еще партнеры, которые тоже заявили о разных там странах, еще 2 партнера, но они просто не потянули, понимаете? А Наташа, вот, когда она заявила, что да, я, Олег, буду работать, вы понимаете, вот прошло, я уже там не буду сейчас говорить, 1,5 месяца, первое вознаграждение пришло где-то месяца через 1,5, когда вот это началась эта вся работа ежедневно, и получила Наташа $7, как она мне вот тогда говорила. Представляете, 1,5 месяца человек вообще не видел света белого, потому что она работала еще на своей фабрике, она приходила, есть муж, семья, скажем так, которых надо кормить, которым также надо ухаживать, потому что ей тоже никто не поверил в семье, ребята. Никто Наташе не сказал: ой, супер, конечно, иди, там проект хороший, давай. Все сказали: куда ты лезешь? Вот, и вот это Наташа, когда мне говорила, конечно, да. Было так, однажды сели все мои родственники напротив меня, мама, мои 2 взрослые дочери, мой муж, и сказали: ты этим не будешь заниматься. Я говорю: да? И почему? Ну, потому что там всякое такое, в общем, это все под каким-то сомнением. Я говорю: короче, у меня сомнений нет, если вы не хотите мне помогать, не хотите меня поддерживать, то хотя бы не мешайте. А этим я буду заниматься. Еще посмотрите, через 1,5 года уйду с фабрики.
Они: нет, ты что, у тебя там контракт, у тебя постоянная работа в период кризиса, когда безработица, ты не можешь остаться без этой работы. Ну, в общем, и так вот все началось. Ну, они так скептически со стороны смотрели, а потом поняли, что Наташа тут навсегда, серьезно, и что это не просто проект, а супер, архиважный проект. Ну, и сейчас уже никто ничего не говорит. Я больше скажу, Наташенька, не то, что сейчас ничего не говорит, а сейчас уже и муж поддерживает, и Наташа вообще, вы знаете, я вам для тех людей, вот мы с вами тоже, мы же с вами как, в первую очередь мы зовем своих, да, родных, мы потом зовем своих подруг. Так вот, Наташа мне рассказывала, когда они поехали вместе с Аней на одну такую вечеринку, вот, да, Наташ, как там было, вы там поехали, и сказали, а чем вы там занимаетесь? И Наташа с Аней имели неосторожность сказать, что вот мы зашли в проект, там такой транспорт инновационный, вот там инвестиции и так далее. Ну что, все сказали, что это пирамида, куда ты залезла, и вообще надо спасать этих людей, понимаете? И когда Наташа с Аней перестали вылазить из поездок, то есть, да, они не успеют приехать, они куда-то едут, опять летят, там вот, Наташа, сколько там у тебя уже было, да, только спасли. Наташа стала победительницей, в Турцию полетела, Наташа полетела в Доминикану, Наташа полетела в Дубай, да, еще до этого был Дубай и так далее. Потом я хочу сказать, что все вот эти победы, да, это действительно, это как результат того, что человек не сдался, да, даже были слезы, да, первые вот эти, я помню, месяцы, Наташа просто звонила и действительно вот просто, скажем так, да, жилетку я не мог подставить, но мы вот по телефону общались, я говорю, Наташенька, ну чем помочь и так далее. Спасибо, конечно, Алексею Наумовичу, потому что я более эмоциональный человек, а Леша подумает и дает какой-то результат, да, и вот так, и так. И действительно, вот то, что когда Наташа ушла с работы, я понял, что я, скажем так, не знаю, как так получилось, Наташа меня услышала, но Наташа сама приняла решение, но я смог изменить жизнь этого человека, потому что когда Наташа потом показывала эту серую форму страшную, да, когда она говорила, что в 4:50 вставать, вот это вот смены там в 3 смены или сколько, вы представляете, а тут человек, которого я вижу, вот мы, вы не представляете, как вот, как можно вот действительно, когда не... Ты дал возможность человеку, а человек воспользуется не просто на 100, на 1000%. Да? И вот сейчас получается, смотрите, вот какие мы красивые, счастливые, вот понимаете, вот братцы, вот как я говорю, ООН, Организация Объединенных Наций, Олег, Ольга и Наталья, ООН, да, вот целая организация такая Объединенных Наций, потому что за нами очень много людей идет. И вот сейчас, я говорю, вот эти вот две мои сестрички, да, они просто, я говорю, я иногда Леше звоню и говорю, Леша, говорю, ну как мы вообще сидим, мы мужики не можем сдвинуть ничего. Люди сдвигают горы, люди находят такие вот шикарные там проекты, да, там постоянно двигаются, находят инвесторов очень существенных. Я говорю, сколько уже Ольга стала, Ольга, да, вот Наташина младшая сестра, которую Наташа тоже выпросила у мамы, да, а Оля стала сейчас амбассадором. Вы помните, да, Кристин амбассадор, сейчас Ольга стала амбассадором в Латинской Америке, в частности в Доминикане, да, и сейчас очень ведется огромная работа там. Мы практически, я и Наташа созваниваемся там чуть ли не ежедневно, потому что какие-то, может, где-то совет, где-то все. Ну, конечно, и Ольга, и Наташа – это самодостаточные вообще лидеры с большой буквы. И вот именно вот их отношение изменило мое отношение вообще, как нужно относиться, что нельзя просто спать и ждать там, ну, послали тебя, все, расстроился, ушел и так далее. Поэтому, Наташенька, я говорю, что не знаю, каким образом так получилось, что ты меня услышала, что ты пришла, но то, что ты создала вообще такую атмосферу, и действительно человек, ну, архив. Вообще Наташа, она педагог по образованию, русский язык и литература, вот, поэтому, может быть, вот это вот действительно говорят, что это, скажем так, природный вот это вот уже то, что чему училась, то есть учитель, вот она так вот относится скрупулезно, как вот доносит эту информацию, поэтому я думаю, может быть, это повлияло. Но для меня вот эти две девчонки и сестрички мои являются просто колоссальным примером, как нужно работать, как нужно относиться к делу. И
Конечно же, я горд, что и целые вот регионы Латинской Америки Наташа смогла объединить, и сейчас это целая такая огромная команда, и даже если в разных находятся они ветках, все равно с Наташей созваниваются, решают вопросы и так далее. Наташа наш сейчас огромный лидер Латинской Америки. Вот, как это может быть. И вот этот руль, кстати, вот да, там колесо самое высокое в мире, да, но вот этот руль, он тоже попал в кадр почему-то, да, и действительно, потому что есть такое выражение, я сейчас проверну и верну потом обратно, бери и рули, а не сиди и не жди, там кто-то тебя куда-то завезет. Поэтому, ребят, берем и рулим, да, бери и рули. И вот этот руль действительно, скажем так, с такими партнерами, это действительно просто фантастика делать этот бизнес. Мы всегда улыбаемся. И вот еще скажу, не могу не сказать. Я был в компании, вот недавно совершенно мои люди, которые знают, что я чем-то занимаюсь, ну, то есть я занимаюсь транспортом. И вот, ну, решили не говорить. Был день рождения у ребенка, говорили, поздравляли и так далее. Все. Но потом уже все, скажем, дети пошли заниматься собой, а люди стали спрашивать, ну, что там у тебя, ну, как у тебя? Слушайте, вот превратилось, не хотел я вообще ничего полемизировать и так далее, но столько вопросов и так далее, а потом, ну хватит про работу. Но я с гордостью сказал, что это не работа, это удовольствие, да, заниматься таким великим делом, как вот Наташа, да, вот как говорила тоже, что это просто фантастика, что мы такой проект поднимаем, да, и в то же время я не могу сказать, что это работа, потому что это удовольствие, созваниваться с сестрами, да, созваниваться с партнерами, путешествовать, ездить, и я просто иногда смотрю на людей, сейчас я перестал, скажем так, обижаться на людей, которые отказываются или там хейтят, да, только по одной причине, ребят. Я вам рассказывал про не хватает у них энергии осознать масштабность гения Юницкого, и не могут они осознать, что этот проект, он действительно, скажем так, мировой проект, который бывает раз в 100 лет. Вот я так хочу сказать. Наташ, что добавь еще от себя? Да, как тебе вот эта работа? Это, знаешь, как, я не знаю, кто это сказал, он сказал, когда вы найдете работу, которая вам нравится и по душе, да, вы перестанете ходить на работу, вы просто будете заниматься своим хобби, да. И, конечно, одно дело работать там, где тебе не нравится много часов, и другое дело работать и делать то, что тебе нравится много часов, да. Ты все равно с утра с удовольствием встаешь и знаешь, блин, столько еще хочу сегодня сделать, столько нужно еще с людьми связаться. Вот, и я еще хочу сказать, что живя в Испании много лет, я всегда хотела работать с русскоязычными, я всегда хотела работать с людьми, с которыми мы на одной волне, какие бы испанцы не были хорошие, да, но здесь не только испанцы, каталонцы, и еще Латинская Америка, много приезжих, всегда хотела работать с нашими людьми, почему? Потому что все равно у нас менталитет одинаковый. И всегда хотела работать с людьми, которые, ну, не просто там какой-то средний человек, да, а с людьми, которые чем-то одержимы, чем-то интересуются, да, и чтобы было о чем поговорить. И когда я зашла сюда и познакомилась с такими людьми, как, например, Алексей Суходоев, ну, Алексей Наумович, Алексей Тарасов, это были первые, потом Алексей Суходоев постоянно нас курировал по Латинской Америке. Это, конечно, большое везение, да, начать работать под руководством такого активного человека, который продвигает эту транспортную технологию. Я думаю, ой, и тут меня тоже не писал, слышали, да? Наконец-таки я работаю с русскоязычными людьми, с нашим менталитетом бывшего Советского Союза, и меня это очень радует. Потом все новые молодые люди, которые сюда тоже пришли в команду, учишься от них новому, потому что образование, которое мы получили сколько-то лет назад, оно уже устарело, и нужно быть в ногу со временем с молодежью. И мои дочери, они очень сильно удивляются моим изменениям, да, что я знаю это, что я знаю то, что я знаю лучше Telegram, чем они, что я там знаю что-то еще лучше. И они, конечно, очень сильно удивлены, но они мне тоже помогали во многом.
Вот, так что хочу сказать, что все звезды сошлись в моей истории. Было нелегко и непросто, и слезы были пролиты, и по ночам я много работаю, и не высыпаюсь, потому что у нас большая разница во времени, и страшно было выходить в первый Zoom, очень было страшно делать первые публичные выступления. Потом, когда мы выходили на презентации, приходили люди, и нам задавали очень много вопросов, нам приходилось отвечать по легальности, в основном, конечно, по легальности самые сложные вопросы, да, отбиваться от того, что это не пирамида, и это тоже нелегко, непросто, но если раньше мне было трудно и тяжело, то сейчас меня в любое время дня и ночи разбудит, скажет: Наталья, сделай презентацию, и я ее сделаю. От истории проекта, от проблем транспортных до описания пакетов инвестиционных и легальности. То есть уже нет вообще ничего невозможного, и я все это делаю не на русском, а на испанском языке. Ну и на русском тем более. Вот, поэтому только нужно делать каждый день шаг вперед, и там, где трудно, обязательно потом будет подарок. Это точно, я уже в этом убедилась. Когда я выиграла в первом марафоне, я была вообще поражена и удивлена, что, оказывается, и тут еще можно что-то выиграть, еще куда-то поехать. То есть это не было такое, что да, я должна выиграть. Ну, просто делала свои дела, и все. Каждый день действия, и оно вот потом получается, что получаешь награду. Вот. Ну, хочу сказать, что, может быть, нам повезло, что мы в Латинской Америке работаем. Там все-таки люди, ну, тоже такие особые. Потом всю Латинскую Америку нельзя объединить, так же, как нельзя, например, объединить всю Россию, везде разные регионы, и там тоже есть разные регионы, разные традиции, вот, и нам приходится все это изучать, прежде чем зайти в страну, чтобы знать, как можно говорить с людьми, как нельзя говорить, даже обращение на «ты» или на «вы», в зависимости, какая страна, где-то нужно быть очень тактичным и осторожным. Вот, потом есть страны, которые друг друга не любят, даже в Латинской Америке, поэтому там тоже надо быть осторожными, нельзя собрать всех на одну презентацию, потому что одни с другими никак не дружат. Ну, в общем, очень-очень много нюансов, но зато как интересна вся эта движуха здесь внутри. Вот, и еще самое главное, что команда. Без команды ничего нельзя. Нам многие говорят: как хорошо, что вы работаете командой, потому что это действительно так, когда у нас какие-то проблемы, обязательно созваниваемся, думаем, как этот вопрос решить, кому обратиться, чтобы решить одну или другую задачу. И один в поле не воин, это так, да. Поэтому обязательно с кем-нибудь кооперируйтесь, объединяйтесь и работайте в команде. Это даст больше результатов. Спасибо огромное, Наташенька. Я хочу сказать, что сейчас пригласим мы Алексея Наумовича, потому что это тоже, я хочу сказать, вот у Наташи есть Ольга и Олег, да, брат и сестра, а вот три Алексея, которые очень сильно повлияли, да, это Алексей Наумович, потому что вообще Наташа подумала, что это Алексей Наумович, я так всегда говорю, она говорит: ой, наверное, очень важный человек Алексей Наумович, ну вот так вот она восприняла, вот. Потом Алексей, муж Натальи, да, вот тоже всегда хорошее такое имя Наташа, говорит, я всегда воспринимала, потому что они очень давно вместе и поддерживают друг друга, и Алексей Суходоев, когда вот действительно мы обращали, что есть Латинская Америка, и Алексей именно Суходоев искал людей русскоговорящих, с которыми понятно, как Наташа сказала, по менталитету сойтись, да, вот, чтобы было понятно развивать. И вот три Алексея тоже вот сыграли огромную роль, скажем так, да, вот вообще в жизни Наташи. Поэтому, Леш, скажи, что, как ты это видел ситуацию, тоже интересно тебя послушать людям. Ну, Наташа, да, спасибо за твою историю, очень так немножко на воспоминания окунулся обратно два года назад, вспомнил, да, эти наши первые зумы, эти и слезы, да, и радости, и все на свете. Вот, ну, также коллег очень рад, что действительно
получилось, то есть, что мы это начали, что это продолжили, что это получилось, получается, с удовольствием. Вот поэтому тут мы, конечно же, ну, только позитивные такие эмоции. Вот, ну, тоже поздравляю тебя, да, с этими. Вот, ну, добавить, не знаю, что тут еще добавить. Алексей, наверное, тоже как совпадение какое-то, что и муж Алексей, да, и куратор Алексей, и И вот Алексей и Сухоносов. руководство наше Алексей, да. Ну вот, И Анатолий Эдуардович тоже на А. Тут у нас много героев на букву скажи, А. пожалуйста, Алексей, вот ты нас, когда мы зашли, да, там три девушки и стали у вас, типа у вас обучаться, чтобы хотя бы в курс дела вошли, нам вообще дали 10 дней. Сказали, 10 дней? Нет, 2 недели. 2 недели изучить проект и начинать работать, а потом дали 10 дней. Как, говорю, уже все, у нас еще дни остались. Нет, все, вперед. Вот ты нас как видел? Получится у этих трех девушек, которые вообще ничего не знают про проект? Пойдет ли у них это или нет? Как вот твои ощущения были? Честно. Сложно сказать. Ну, где-то бывает, кто-то более энергичный, кто-то более спокойный. Кажется иногда, что тот, кто более энергичный, у него быстрее пойдет. Вот. Но получается иногда, что те, кто энергичные, они вроде вспыхнули как спички, но также быстро и погасли. Ну, вот у Олега были такие примеры. А ты немножко такая чуть поспокойнее. Вот. Ну и вот это спокойствие, оно вот плавно, 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 плавно. Вот как, может быть, как танк, не знаю, такое сравнение, то есть, как, или как, Спокойный танк. ну вот. Да-да. Ну вот, да, такой вот, ну, танк, не танк, но. Наташа Овен по гороскопу очень упертая. Анатолий Эдуардович Да. тоже Овен, понимаешь? Да, да. И вот это, мне кажется, потому что я говорю, сколько было сложностей, и Наташа ни разу не остановилась. Да, где-то там всплакнула, где-то это. Потом вытерла слезы и вперед. Поэтому вот я говорю, вот не зря говорят, вода камень точит. Наташа вот для меня лично огромный пример, потому что я даже не знаю, в силу своего характера, смог ли я вот это бы остановиться, там не обидеться и так далее. Наташа, все, и семья не поддержала, и тут были сложности, и действительно денег это не приносило, а надо было все это делать, но она не остановилась. И вот сейчас опять в очередной раз подтверждает то, что Наташа опять стала золотым призером. Сейчас мы вместе едем с ней в Дубай. И опять-таки я говорю, это вот именно их пример, потому что они всегда поддерживают. Олег, как это мы едем? Давай поднажми, давай, что помочь, как, чего, понимаете? Вот именно, как Наташа говорит, команда. Поэтому вот это вот ее вот такая упертость, это, наверное, тоже от характера такого. Поэтому ни в коем случае никогда не сдаемся. Нет, да, нет, следующий. Все, вот так вот. Поэтому, Наташенька, респект. Люблю тебя, целую, обнимаю. Вот. Ну, Леш, может, еще что-то добавишь тогда? Ну, наверное, про настойчивость тут тоже фраза была такая крылатая, что побеждают всегда там не самый умный, там не самый там энергичный, не самый там, не знаю, там еще какой-нибудь, а именно настойчивый, самый настойчивый. Вот как у нас Анатолий Эдуардович, самый настойчивый, он 40 лет Бьет. своим путем вот никуда не сворачивает, да, проблемы падает, встает и идет, идет настойчиво. Вот и здесь, я думаю, что тоже такой пример настойчивости со стороны Натальи, ее партнеров. Вот, ну вот, думаю, что в этом есть какой-то секрет, Спасибо, вот, ребят. настойчивости. Еще.
Дорогие друзья, может, какие-то вопросы есть? Спасибо вам за хорошие отзывы. Вот добрый вечер, Наталья, Олег. Вы супер команда, да, это действительно так. Может, какие-то вопросы есть еще? Ну, в принципе, я говорю, что мне кажется, все очень понятно, все красиво. Наташа и слайды предоставила, вот, и сама рассказала. Вот, и, конечно же, гордость. И у нас даже вот, у нас есть еще общий чат, допустим, там команды наши, да, там с разных регионов. И вот у нас, тоже у меня подруга когда-то тоже так волю судьбы попала в Дагестан. Вот она тоже начинала, потому что мы с Лешей тоже хотели там где-то вот в Дагестане, там что. Но человек вот, она очень хороший, умный человек, вот Рашидат, но она вот так и говорит: ребята, я так счастлив, мы вместе начинали, вот у меня ничего не получилось, но я за вас так счастлива, и всякий раз поздравляет, и действительно вот эти такие искренние поздравления у нее, и вот она говорит: как вы сделали, какой рывок, я просто восхищена вами, Наташа, Аня, Ольга, вот, и просто она восхищается. Поэтому я говорю, действительно, нельзя останавливаться, надо идти к своей цели, к своей мечте, и несмотря на все, скажем так, невзгоды и препятствия.